У природы нет плохой погоды, особенно если снегоуборочная техника наготове. Во вторник руководитель СМП рассказал главе городской администрации и журналистам о готовности к зиме. И показал. В расчистке дорог и тротуаров от снега и борьбе с гололедом планируют задействовать 102 единицы техники. Уже ждут своего часа комбинированные дорожные машины, снегоочистители, снегопогрузчики, бульдозеры, автогрейдеры, трактора и самосвалы. Готовы к любой нештатной ситуации. На сегодняшний день предприятие к сезону готово. Вот большинство техники подготовлено, часть техники стоит, оставшаяся часть стоит на переоборудовании, на ремонте. В настоящий момент организовано дежурство, то есть это не суточное дежурство, а ночное, с 10 вечера до 10 утра. Вот, в случае, если, ну, как вы говорите, пойдет обильный снегопад, будем вызывать дополнительно водителей. Будем работать в экстренной ситуации. Механизированной уборке в зимний период подлежит 350 ивановских улиц общей протяженностью более 2,5 миллионов квадратных метров. В случае снегопада первостепенные для уборки дороги с высокой интенсивностью движения – центральные и магистральные. Мероприятия по зимнему содержанию проходят в круглосуточном режиме. Основная часть уборочных работ, чтобы не затруднять движение автотранспорта, будет проводиться в ночное время. Сделано очень много. Самое главное, проведен ремонт техники, проведено техническое перевооружение с летних навесок на зимние. Можно говорить, что к зиме СМП готово. Ну и прошедший первый снегопад показал, что машины сработали так, как положено. Кроме техники, к зиме заготовлено более 32 тысяч тонн песко-соляной смеси и песка для приготовления противогололедных материалов, что составляет 100% от общей потребности. Однако пока это только планы. Истинную готовность проверит только зима. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.